Всем привет! Этот ролик мы выпускаем на свой страх и риск, и он в любой момент может быть забанен. Но чего только не сделаешь, чтобы держать вас в курсе всех событий. В общем, геймплей FIFA 21 с бета-тестирования слили в сеть. И в этом видео мы можем его заценить во всей красе, несмотря на плохое качество картинки. Приглашаем вас после просмотра обсудить в комментариях увиденное. Друзья, большой футбол вернулся. Летом вы можете получать еще больше удовольствия от спорта. В сетке легального партнера Parimatch появились события по футболу и огромному числу спортивных соревнований. И, конечно же, для наших подписчиков есть новая акция. По нашей ссылке вам будет начислен бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Количество бонусов ограничено, так что скорее переходите в закрепленный комментарий. И не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. Для начала давайте поговорим о том, не фейк ли это. В начале ролика мы видим загрузочное меню, и там светится название аккаунта в FIFA, который принимал участие в бета-тестировании и мог записать этот геймплей. Это FC Royally. Достаточно ввести это название канала в строке поиска в YouTube, чтобы выяснить, что этот аккаунт принадлежит популярному нидерландскому фиферу. Он вполне мог принимать участие в бета-тестировании. Но на его канале такого видео, конечно же, нет из-за того, что подобный слив влечет за собой большие проблемы. Поэтому вопрос, каким образом видео проникло в сеть, остается открытым. Еще одним подтверждением того, что это не фейк, является то, что ролик с этим геймплеем блокируется электрониками в YouTube. Об этом уже сообщили ряд западных ресурсов. И именно этот факт может служить практически неоспоримым доказательством того, что перед нами реальный геймплей. Сразу отметим, что геймплей бета-версии FIFA 21 не является окончательной и бесповоротной версией того, что нас будет ждать в полноценной игре. Но тем не менее, определенные выводы по нему можно сделать. Еще раз отметим, что качество исходного видео очень плохое, потому что в сети нам удалось отыскать уже несколько раз перезалитую и сжатую версию. И не стоит обращать внимание на прошлогодние формы и какие-то несостыковки в составах. В бета-тестировании традиционно над этими моментами никто не заморачивается, и оно зачастую начинается еще до момента официальной презентации форм команд следующего сезона. В общем, по вводным данным пока все. Оставляем вас наедине с геймплеем и делитесь своими впечатлениями о нем в комментариях. Приятного просмотра! I don't need this anymore. I won't tell you what I'm asking for. No, I won't explain myself. I won't explain myself. Not gonna pretend I'm needing this. Hold me back, you know I can't resist. You don't think I know. Explain myself. Not gonna pretend I'm needing this. Hold me back, you know I can't resist. You don't think I'm no one else. Think I'm no one else. Don't think that I'm dumb enough to fall in love.